Первый частный трамвай выйдет на маршрут уже в августе. В Красногвардейском начинается реализация городского инвестпроекта. Официально концессионное соглашение было подписано в январе. По нему под создание и реконструкцию трамвайной сети до сентября 2017-го частным инвесторам передадут 27 земельных участков. Но первый трамвай отправится в рейс уже в августе. Пассажиры смогут проехать на нем по Хасанской улице от проспекта Наставников до Разворотного кольца. Помимо путей и контактной сети, застройщик обязуется благоустроить прилегающую территорию и остановки. В планах организации благоустроенных повышенных посадочных остановок с комфортными павильонами ожидания, который будет находиться на одном уровне с полом трамвая по принципу метро. Кроме того, сейчас решается вопрос по модернизации подстанций, питающих городской электротранспорт. Переоборудование энергообъектов планируется провести до запуска скоростных трамваев, чтобы в дальнейшем не останавливать их движение из-за дополнительных работ. Напомним, ранее проект планировалось реализовать к 2018 году.